купа ледяных скульптур Петропавловска возле Нарышкина бастиона. Сейчас я попробую ее снять, если у меня это получится. Ой, здесь все фотографируются? Тебе насчитают, нужно впаять монетку куда-то вот, в ледяную скульптуру. Это туристы нам прилепляли? Это именно хаус на ядре. С ума сойдешь.
заработать. Вот. А здесь, вот это я видела, как делали, когда делали этот самовар. Тут вот стол, скамейки, самовар, там какая-то посуда, и с другой стороны еще кресло. Вот. Ну, почти что ледяной дом Анны Иоанновны. Сласти, самовары, какие-то скамейки. Это, по-видимому, сюжет «Золотой рыбы». А, нет, вру. Это явно не сын у него, вот везут. Это не кто. Челнок, который... А, это дельфин, это вот это дельфин. Как это дельфин? Вот, дельфин. Нос у него, хвост, а это явно Нептун, у него три зубец. Ну, понятно, нет, вот это что-то волна. А, может, это волна просто. Как волна, он просто стоит. Да, ну, это он морской бог, что он не стоит. Он все может. Я сначала подумала, что это что-то про золотую рыбку, а потом нет, это все-таки это Нептун. Ну, это точно, это дельфин. Ну, кто тебя А это снежная королева. Ледяная снежная королева. На своем кресле. Какие-то. А это Шрек с космиком. А здесь сюжет на тему Рождества. Итальянская звезда. Сфотографируйте. Не надо трогать. Дали ему подарок. Ну, будешь посмотреть? Таким образом, Присядь. Я вообще... Где его Марин закрывает? Я уже не молода, но это не входа игру. Кто? Не на коммунице. Ну какой-то барашек, наверное. Весь в монетках. Я больше не знаю, где взять. Это капитан Джек Воробей. А что, меня-то только?